Здравствуйте. В прошлом видео я готовила борщ. Для этого я сварила бульон. Но из бульона вынула мясо. Из этого мяса я приготовлю два блюда. Сегодня будет первое блюдо. Макароны по-флотски. Для него нам понадобится лук, мясо, перекрученное на мясорубке, макароны и чашечка бульона, которую я отлила вчера. Мелко резанный лук обжариваем на сковородке. Добавляем наше мясо, бульон, соль, перчим. Чуть-чуть протушиваем и добавляем отварные макароны. Наше блюдо готово. Приятного аппетита! Подписывайтесь, чтобы узнать новые рецепты.